Всем привет, ребята! Короче, пришло время показать вам в работе фотолабораторию. Видос будет полезен тем, кто струячит до сих пор на принтерах. Вот. Собственно, в этом видосе я буду расскажу несколько нюансов владения фотолабораторией. Работает эта штуковина на химическом процессе. Вот, здесь установлен так называемый картридж с химией, сюда заливается вода, внимание, дистиллированная. Вот, эта штуковина, это сушилка, оттуда мокрые фотографии через вот эту вот систему реков, там, короче, вот таким образом фотография идет. 6 штук, 6 реков. Вот. Таким образом фотография проявляется. Вот. Отбелка, фиксаж, ну, собственно, весь мокрый процесс именно здесь происходит. Вот. Значит, мокрые фотографии идут в сушку. Все крутится, все работает. Вот. И формат А4 и 25 на 38 вылазит с этой стороны, 10 на 15, ну и до 15 на 20 прыгают в сортер. Сортер тоже имеет такую кнопочку, можно менять сорты. Все очень замечательно, круто, классно. Вот здесь, сейчас она перестанет печатать, я открою дверь, покажу. Здесь располагается два магазина, верхний и нижний. Кто не в курсе, фотолаборатория печатает с рулона. Вот так выглядит магазин для печати. Вот там заряжена фотобумага. Это 152-й матовая бумага там стоит. Да. 152-й магазин. Вернее, не так. 152-я бумага. Магазины все однотипные. До ширины 254 миллиметра. Да, лаба перестала печатать, сейчас сфокусируюсь. Вот, да, отлично. Заглянем в сердце фотолаборатории. Откроем-ка дверь. Вот там стоят такие два магазина. Печатает она с двух магазинов. Есть верхняя, есть нижняя подача. В зависимости от того, какая бумага где установлена. Да, кстати, пока мы беседовали, пожалуйста, фотки там прыгают, скачут. Все хорошо, замечательно, забавы ради, давайте-ка покажу. Да, это я фотографировал. Очень качественная штука. Печатает такая фотолаборатория, конкретно это, 300 пикселей на дюйм. Вот, да, давайте еще момент. Как работает она? От бумаги отрезается кусок бумаги, фотография, она движется через вот эти вот штуковинки, идет сюда, в сердце фотолаборатории, здесь установлен лазерный блок. Лазерный блок по принципу, ELT, электронно-лучевой трубки, режет своего рода лазерами, так быстро, вот, рисует фотографию, и фотография уходит в мокрую часть фотолаборатории. Вот, да, к слову сказать, вот такие таблетки, это таблетки Fujifilm, кондиционер для дистиллированной воды. Вот, собственно, это все, что я хотел вам сказать. Ну, наверное. Если, да, еще отвечу на вопрос, а зачем же я смотрю это видео? Да, скорее всего, тебе надоело струячить, и постоянные вылеты дюз тебя тоже напрягают. Так вот, минусы владения фотолабораторией – это только то, что химия со временем теряет свои свойства. Химия должна постоянно обновляться. Если химия не обновляется, то есть если вы перестали печатать, предположим, на месяц, то, скорее всего, вы фотолабораторию уже не запустите.
нормальное количество фоток для того, чтобы химия обновлялась. Вот конкретно в этой фотолаборатории 350 штук в день. Да, и скорострельность этой фотолаборатории, внимание, 1050 фоток 10 на 15 в час. Никакой принтер вам не родит столько фотографий за это время. Вот. Но, собственно, это все, что я хотел сказать, что касается фотолаборатории. Задавайте вопросы, если такие есть. Ну и подписывайся на мой канал. Нажми палец вверх, да, и прокомментируй, если интересно. Вот, за всем всех целую, обнимаю. Всем пока. Пока.